Доброго времени суток, дорогие друзья. Вашему вниманию хотел бы представить вот такой вот серый Hyundai Solaris 2018 года. Объем двигателя данного автомобиля составляет 1,6 литра. Пробег у данной машинки 80 тысяч километров. КПП полностью автоматическое. И машинка также на переднем приводе. Теперь, дорогие друзья, предлагаю перейти к одной из самых интересных частей обзора для многих. Это к передней части автомобиля, к пассажирскому и водительскому сиденью. И ко всему тому, что к ним прилагается. Также, открыв дверь, мы можем наблюдать вот такой вот чистенький, ухоженненький, опрятненький салончик. Также ткань все ухоженная, чистенькая, очень аккуратно, хорошо натянута. Теперь предлагаю переместиться в сам автомобиль и посмотреть все составляющие. Вот такой вот у нас ключ зажигания. Для начала предлагаю завести нашу машинку. Итак, что мы можем здесь наблюдать? Можем здесь наблюдать вот такой вот мультируль. Вот такую вот приборную панель. Приборная панель полностью исправна. Показывает все датчики, показывает обороты, показывает километраж, запас бензина, температуру автомобиля. Перейдя к водительской двери, мы можем также наблюдать 4 кнопочки стеклоподъемников, регулировку левого и правого боковых зеркал. Также вот здесь вот мы можем наблюдать вот такой вот магнитофон для прослушивания аудио и радио. Как я и говорил, коробочка передач у нас полностью автоматическая, работает в исправном состоянии. Задний ход нейтраль, передний ход. Давайте все-таки все это дело вернем на паркинг. Вот такой вот у нас ручник, два подстаканничка, регулировка температуры, холодной температуры, горячей температуры. Мощность работы печи. Регулировка воздуха по разным режимам. И, дорогие друзья, предлагаю перейти к обзору задней части нашей машинки. Это к пассажирским сиденьям. И, открыв дверь, мы можем наблюдать вот такой вот чистенький, опрятненький салончик с качественной обтяжечкой ткани на наших сиденьях, на которых вам будет комфортненько и удобно сидеть, отдыхать во время поездочки. Данный автомобиль у нас пятидверный, как и по стандартам. Предлагаю перейти к обзору пятой двери, то есть багажного отделения. Открыв багажник, мы можем наблюдать вот такую вот картину. Достаточно объемный, большой багажничек, в который вместятся как габаритные, так и негабаритные грузы. Дорогие друзья, заинтересовала данная машинка, то приобрести вы ее можете у нас в автосалоне «Столица». Находимся мы по адресу Заводское шоссе 7 в городе Самары. Приезжайте, устроим тест-драйв, покажем вам все, расскажем. Приобрести эту машинку можно по системе трейд-ин, в кредит, как наличный, так и безналичный расчет. Всем спасибо за просмотр, до свидания.